Сегодня я буду рассказывать про Compose на iOS, и в теме доклада не зря вот такие эмоджики рукопожатия, потому что это такая связь небольшая образуется. Но прежде чем начинать, давайте немножко познакомимся. Женя рассказал, что я уже Android разработчик Effective, также я живу в Омске, и я такой early adopter, всегда в поиске чего-то нового и каких-то новых подходов, технологий, и пытаюсь это как-то применять в реальной разработке. И когда вы пришли на доклад, может, увидели тему и такие Compose, iOS, что вообще, как, зачем оно, и я про это расскажу, но перед этим я зайду немножко издалека, расскажу про текущие решения для кроссплатформы, про то, как KMM, какая у него идея изначальная, про Compose вообще, про Compose на Android, про не Compose на iOS и небольшие выводы. Итак, что у нас уже есть? Ну, конечно же, React Native, куда уж без него. Из его особенностей это JavaScript. И за счет него получается низкий порог вхождения. Вы можете взять любого веб-разработчика, сказать ему, вот, делай UI, и он сделает. Но есть у этого небольшие такие сайд-эффекты в виде низкой производительности, хотя, конечно же, фреймворк развивается. Ну и он все делает таким одним кодом, мы пишем один раз, и общий UI получается сразу на две платформы. Дальше у нас Ionic, тут тоже JavaScript, при этом у него хорошая производительность, но он не заостряет на какой-то одной фреймворке, он может использовать и React, Angular, Vue, за счет этого еще ниже порог вхождения, и он тоже делает общий UI. Конечно же, Flutter, наверное, это сейчас король кроссплатформенности. Он использует язык Dart, у него хорошая производительность, у него есть поддержка Big Tech компаний, Microsoft как-то его использует, адаптирует в Windows. Также он есть под множество платформ. Та же Винда, Linux, macOS, Web и, конечно же, iOS и Android. Он быстро развивается, у него есть поддержка, огромная поддержка сообщества. И он также делает UI один раз и на все платформы. Из такого свежачка это .NET ML UI, который использует C-Sharp. Но в прошлом это, конечно же, Microsoft Xamarin. У него есть множество готовых компонентов, но пока что это такая альфа-версия. Он появился буквально недавно, зимой, что для фреймворка он еще молод. Но и он также делает общий UI на все платформы. И, конечно же, Kotlin Multiplatform, который использует Kotlin. У него нативная производительность, которая достигается за счет того, что он использует нативный UI. То есть, если предыдущие мы использовали там общий UI на все платформы, то тут каждый раз пишем отдельно. Также у него отличная интеграция с платформами через Expect Actual механизм. Он также быстро развивается, буквально вот недавно вышел в бету. И когда я говорил про нативный UI, тут, да, мы пишем, что у нас есть какой-то shared код, обычно это дата слой и бизнес слой, а интерфейс отдельно, и хотелось бы писать все один раз. И тут приходит на помощь Compose, но Compose сначала вышел уже на Android, поэтому немножко про него на нем расскажу. В чем его концепция? Он декларативный, модно, стильно, молодежно. Единый язык для логики UI. Мы пишем все на Kotlin, и он не зависит от платформы. В рамках Android это достигается за счет того, что нам приходится поддерживать зоопарк версии Android, там с Android 5 до 13. И в классическом механизме там могут быть отличия в зависимости от версии. Здесь же Compose помогает это нивелировать. И как же он вообще выглядит? Мы пишем функцию, делаем аннотацию composable, чтобы там появился скоп для
вообще UI, написание UI, чтобы мы могли использовать компоненты, ну, в данном случае card. У нас есть переменная expanded, которая есть ключевое слово remember. Оно нужно для того, чтобы когда UI перерисовывается, переменная не пересоздавалась, а сохранялось предыдущее значение. Так как UI может отрисовываться много-много-много раз в секунду, то есть, там, 60 кадров в секунду достигать. Вот у нас есть изображение, какой-то там ресурс, есть текст. В основном все понятно даже человеку, который впервые его видит. И вот он вышел чуть больше года назад на Android, и началось. Все начали тесты какие-то делать, и оказалось, что он положительно влияет на приложение. У нас уменьшается установочный пакет. У нас уменьшается количество методов, которые мы пишем. Также у нас уменьшается количество строчек кода и время сборки. Ну, вообще замечательно. Это прям мечта программиста. И, конечно же, бигтех-компании это начали адаптировать. Например, Twitter. Они говорят, что у них прям повысилась производительность очень сильно, продуктивность. И им гораздо легче и быстрее написать composable функцию, чем кастомную вьюшку. И это помогает легче реализовывать хотелки дизайнеров. Airbnb, которые вообще сделали как Compose как критическая часть своей технической стратегии. То есть они в него вкладываются, они в него верят и используют, конечно же. Также Lyft. Вот люди удивляются, что прям меньше кода надо, чтобы написать UI, который нужен. Конечно, всем это понравилось. И как бы Compose сделался не только Google, но и JetBrains, они вместе сообща. Конечно же, Compose Multiplatform — это был вопрос времени. И JetBrains сделали такой форк обычного Compose, реализовали его на десктоп, macOS, Windows, Linux и веб. Но вот чего-то не хватает. И, конечно, не хватает iOS. Но iOS мы вам не дадим пока что. То есть, если мы зайдем на сайт JetBrains Compose, тут мы не увидим ни даже Android. Ну, тут подразумевается, что он сам по себе есть. Но нет и iOS. Чтобы его вообще потрогать, это надо заходить в репу Compose JetBrains и в папку Experimental. Там, конечно же, есть примеры. Они могут запуститься, а могут и не запуститься. Они такие простые, но я предлагаю рассмотреть немножко на другом приложении. Недавно была такая конференция, как Droid.com, и ребята из TouchLab сделали такое приложение, как смотреть на вообще расписание, такое небольшое. В данном случае мы видим, что у нас есть такое вот Android-приложение, ну, ничего особенного. Есть iOS, тоже выглядит все нативно. Но при этом, если мы на iOS зайдем в настройки, то увидим переключатель Use Compose for iOS. И приложение преобразовывается. Прям буквально по щелчку пальца. То есть выглядит, ну, в принципе, похоже. Конечно, не нативно, но это Material UI. Хотя можно использовать, конечно же, свои компоненты, свой кастомную тему. Ну и для сравнения, как выглядит Android и iOS, прям, ну, почти не отличить. Есть, конечно, кое-какие баги, но это уверен, это все чинится, все развивается. И вообще, как это работает? Работает все довольно просто, и этот механизм уже есть даже в других фреймворках. Под капотом JetBrains Compose на десктоп и iOS, и даже на веб использует такой
движок рендеринга Skico. По факту это движок Skia, который используется, например, в Google Chrome, и Flutter его тоже использует, но тут есть биндинги для Kotlin. И если заглянуть в предыдущее приложение, Android.con, как оно выглядит, справа Android, ничего особенного, Compose как Compose. Вот, а слева iOS, и мы видим, что в конце у нас есть такой вьюха, Skico UI View. Вот в ней и все это рисовывается. То есть iOS видит вот просто одну вьюшку. Но также я обещал рассказать про не Compose, который на самом деле Compose. Ребята из SketchUp сделали такой Redwood фреймворк, который может реализовываться на Android, Java, JS, iOS и macOS, которые используют нативные элементы и используют под капотом iOS. То есть, ну, посмотрим, как оно выглядит. То есть, Android, у нас есть вот список эмоджиков, есть поиск, и он выглядит обычно, Compose. И что самое интересное, iOS. Здесь у нас используется UI-кит. Но на самом деле там мы писали все на Compose. То есть как это мы делаем? Мы пишем какой-то интерфейс, вот, например, column, и реализовываем на каждой платформе этот компонент. То есть вот на данном случае мы на Android через Composable. Можно, если захотите, использовать классический view. И на iOS это UI-кит. Достигается это все еще таким интересным очень способом. Перед тем, как запустить приложение, нам надо запустить сервер Node.js, который, собственно, смапит заранее заготовленные компоненты. Вы запускаете приложение, приложение получает эти данные и отрисовывает. То есть тоже через свои биндинги. Схема очень интересная, но как она реализовывается каждый раз, конечно, надо все писать, тоже неизвестно. И неизвестно еще, как оно будет поддерживаться, так как это все же не крупная компания. Может, они вообще забьют через год. Также, что у нас там по итогу? Так, можно небольшой подвести. Зачем вообще оно на iOS? У вас могут быть экраны, которые редко открываются в приложении. Например, экран о приложении. Там можно сделать это на Compose. И на Android, и на iOS. И будет без проблем. Также данный подход не заставляет переписывать текущий код, как, например, Flutter. И также за счет того, что мы делаем один раз, пишем UI, это быстрее и дешевле для бизнеса. Также, конечно же, есть минусы, куда уж без них, потому что все в очень ранней стадии. Так как я говорил, JetBrains еще официально об этом ничего не говорит. Производительность удручающая, но над этим работает и постоянно что-то отваливается, не работает. То есть, например, у меня было такое, что просто не собирался iOS Compose, именно проект Sample. Мне пришлось даже целую macOS переустанавливать. Но это сейчас как-то решает. Обновление выходит часто. И да, через неделю может все заработать. Также вы можете прийти по ссылкам, посмотреть, потрогать, запустить примеры. Также можете написать мне в Telegram, если какие-то есть вопросы или вы хотите что-то обсудить. Всегда рад послушать, помочь. Спасибо.